Развитие сотрудничества России и Алжира. Дмитрий Медведев сегодня находится с рабочим визитом в столице этого африканского государства. Премьер уже провел переговоры со своим коллегой, а также главами обеих палат парламента. В ближайшее время должна состояться встреча с президентом. На повестке расширение взаимодействия сразу по нескольким направлениям, в том числе в торговле, энергетике, гуманитарной сфере и культуре. По итогам визита, как ожидается, будет подписан целый пакет совместных документов.